Вот. Остановочка подключена. Четко. Раньше выйти под мяч. Вот видите? Поехали. Сетку прошел, следующий начинает. Поехали. Догоняй. Стой. Раньше мяча выйти под мяч. Ждать мяч, когда он тебя прилетит. Средством убегать можно, представленный метр, все по вашему желанию. Вы его тренируете, и вы знаете, какие у него недостатки. Пошли все. На правое, на левое плечо пасуем. Право, влево, петлячка. Корпус смотрит вперед. На правое, на левое плечо. На каждый шаг. Кто еще пасует? Больше потяну? Кто? Поехали. Нет. Ты присоединяй. Вот, посмотри, ты делаешь... Вот, пошли, смотри. Вперед. Далеко не отпускай. Руки свободны у него. Видишь, он локтями. Свободный макс. Свободно, ладошками назад. Поехали. Направо. Гадит, его продвигает. Это сюда. Ты и не делаешь остановку. Вот ты играешь сразу. Окей? Давай. Да. Погнали. Молодцы. Да? Я над водой упускаю. Поймал. Еще бросил, вышел. Ниже сядь, ножки шире ножки. Давай, когда ты делаешь остановку. Играй. То же самое он будет делать вправо-влево. Вот у нас группа начальной подготовки. Сделали? Вправо-влево. Без остановки сюда. Здесь немножко вправо и левый плечо. Большой. Ты будешь большой. Вали мяч. Поехали. Усиленный шаг. Низкой стоечкой. Низкой. Молодец. Усиленный шаг. Мы темные права. Ножки чуть шире. Давай. Четко встать на две. Молодец. Не вставай. Внизу остаться. Остановочка еще. Ноги не должны быть вместе. Вот он. Почему? Ага. Окей. Ты без остановки получаешь. Давай. На ногах. Сказать. Я маленький, небольшой. У них такая ошибка. Некоторые чуть-чуть сидят, у некоторых уходят вот все вот так. Вот так не должно быть. Следить за этим делом. В сторону. Не должно быть. Это первое. Второе. Если ребенок не поднимает, он большой и начинает на кулаки принимать почему-то. Почему не знаю, но ему хочется на кулаки не принимать, то нет, должен ложиться на предплечье. Возьмите пластырь, наклейте его сюда, чтобы он понимал, что нужно играть этими вещами. Ну, не из зуба, просто обозначить. Это первый, второй. У меня один мальчик, кто его, он не попадал, не попадает, он ничего. Вот я, сколько я ему не говорю, он тут даже остановился. То он так бьет, то вот так бьет. Я думал, как ему вообще сделать, чтобы он попадал, если бы ничего. То же самое, за пластырь, заклеил ему ладошку. Вот просто заклеил, вот он поставил его, вот сразу стал попадать в мячок. Моментально. А то, что у него вот обломы, вот 99-го года, я группа есть. Вот. Поэтому мы должны сами уже как исправлять ошибки, ребята. Ясно? Вот эти вот на эти вещи тоже. Вперед, пробегаем. Это подготовительное упражнение. Для того, чтобы они потом еще тройку перемещали. Это вверх. Вперед, впереди него пробегаем. Молодец. Впереди пробегаем по сумочку. Впереди. Обозначь пять детей. Вперед. Вот, молодцы. Поехали. Следующая тройка. Там же двое, как мяч. Даже куда ты расстреляешь. Или на стол.
двигай. Молодец. Сзади линии входит. Пошел, беги вперед. Мяч здесь оставляй. Мяч в трехметровой зоне оставляй. Здесь у себя оставляй. Тоже должен бегать Челноков. Здесь оставляй. Ты вот туда не линии, они должны входить в защиту. Мяч держи в руках. Мяч возьми. Он не должен валяться, он может наступить на мяч. Защитники должны сходить в игру в задней линии. Вот они уже линии, они входят все сбоку. Он должен убежать сюда и оттуда входить в защиту. В задней линии. Вот он, посмотрите какой, мешком входит, играет.